Пенсионеры Мариэл шагают в ногу со временем. Говорит об этом хотя бы тот факт, что в последнее время пожилые люди все чаще отдают предпочтение получению пенсии через банки с помощью банковской карты. Только за прошлый год число получателей пенсии в кредитных учреждениях увеличилось на 4%. И сегодня карточками пользуются более половины пенсионеров республики. На территории республики выплата пенсии осуществляется через отделение связи Почты России, через службы доставки и кредитные учреждения. Если Почта России и служба доставки переносит пенсию на дом пенсионеру, то в кредитных учреждениях деньги зачисляются на личный счет пенсионера или на его банковскую карточку. Но вот буквально еще года 2-3 назад в основном пенсионеры предпочитали, чтобы им приносили на дом деньги. Сейчас другая тенденция, то есть все больше пенсионеров предпочитает кредитные учреждения, банковские карточки. Выбрать или сменить доставщика пенсии можно по своему усмотрению. Для этого в первую очередь необходимо подать заявление в управление ПФР. Сделать это можно при личном посещении управления или многофункционального центра, либо в электронном виде, не выходя из дома. Есть такой личный кабинет гражданина на сайте пенсионного фонда, где очень много услуг, которые можно получить, ну, буквально не вставая с дивана дома и не приходя в пенсионный фонд. Вот на сегодняшний день, вот за несколько месяцев текущего года уже вот этим способом доставки пенсии, смены доставки пенсии воспользовались больше 2000. Отмечу, что сегодня в Мариэл насчитывается более 200 тысяч получателей пенсий. В региональном отделении пенсионного фонда в 2016 году жителям республики выдали без малого 33 миллиарда рублей пенсий и иных социальных выплат.